Готов. Вот такой вот домик. Это он так вот внутри у нас. И снаружи сейчас я покажу. Вот такой вот у нас, ребятушки, снаружи домик. Самый настоящий нубовский дом. Всем привет, друзья! Вы на канале Дудаплей, и мы сегодня будем с вами строить дом. И я выбрал уже место. Вот здесь мы будем строить наш домик с замечательным таким видом. Так, давайте немножечко. Ну, давайте здесь строить. Все, строим. Нам нужно будет здесь поставить блоки, чтобы примерно у нас будет вид на вот эту такую красоту. На лес. На березовый лес. Так, все, здесь застраиваем фундамент. Так, строим. Так, здесь у нас что получается? Не хватает земли. Давайте поставим блоки с землей. И получается, у нас здесь нужны ступеньки. Ступеньки мы будем брать еловые. Так, установим здесь их. Так, это уберем. Это у нас здесь будет. Сразу поставим двери. Вот так вот, хорошо. Все, замечательно. Так, куда у нас? Ну, потом мы достроим ступеньки. И будем строить дальше булыжника. Так, здесь отступим. Сюда построим. Так, и я предлагаю сделать здесь окно. Здесь у нас будет большое, ребятушки, окно. Ставим у нас бирюзовое стекло. Так, а что это у меня? Все. Так, поставим сейчас стекло здесь. Так, здесь у нас будут из земли будет здесь у нас. У нас наполовину дом будет такой вот нубовский домик. Тут будет у нас земля, земляной такой стартовый домик. Я думаю, проблем большой проблемы нету найти землю. Поэтому мы будем использовать землю. Потому что при старте игры, конечно же, ребята, у нас не хватает обычно что? Материалов не хватает. Поэтому обычно и строим всегда из подручных материалов, такие как земля. Так, здесь будет земля, крыша у нас будет, ребята, наверное, тоже частично все из земли. Ладно, давайте строим, попробуем, посмотрим, что получится у нас. Еще сделаем здесь вот так вот. Так, здесь застраиваем тоже землей все. Посмотрим, какой будет у нас дом, я бы сказал, так сказать, дворец даже будет. Огромное помещение для выживания. Так, а здесь я буду тоже строить окно. Так, а здесь мы поставим с вами, ребята, булыжник. Даже так я бы сделал. Во! Замечательно! Такой вот домик у нас получается. Так, сделаем пол. Пол мы будем делать из красного песка. Красный песок берем. Так, все, булыжник нам уже не понадобится. Красный песок достаточно-таки похож на овечью шерсть крашеную. Но так как крашеную овечью шерсть добыть тоже достаточно в таком большом количестве в начале игры тяжело, поэтому будем использовать красный песок, который легко найти на просторах Майнкрафта. Так, у нас двери сломались, да? Ничего страшного, где вторая дверь? Ага, все. Ставим сюда двери. Вот такой домик у нас получается уже. Интересный. А давайте сделаем тоже окоемочку такую из красного песка. Тоже будет красиво. И уже начнем, ребята, застраивать крышу. Достаточно-таки высокая получается у нас крыша почему-то. Но оно и интереснее будет. О, какой домик классный получается, ребята. Офигеть. Ой, я, наверное, еще вот сюда тоже красным песочком все закрою булыжник. Для красоты.
Ну, как-то так. Как-то так получается. Ну все, и строим крышу. У нас есть для этого еловые ступеньки. Так, мы сейчас их сюда поставим. Закроем эту часть. Так, у нас уже ночь, да, наступает. Так, давайте сделаем день. И дальше будем строить. Так, дальше мы возьмем сейчас еловую плиту. Еловой плитой будем закрывать. Так, нет. Аккуратненько. По периметру закрываем еловой плитой. Так, да что ж такое? Все. И теперь дальше будут у нас ступеньки здесь идти. Вот так, отлично, отлично. Получается красиво. Так, и фонари тоже побольше сделаем. У меня есть фонарики. Ну, посмотрим, как будет получаться наш первый стартовый, ребята, домик. Так, нет, это сюда нужно так поставить. Так, дальше строим, строим. Здесь то же самое. Полублоки ставим. И здесь тоже. Ой-ой-ой-ой-ой, куда этот полублок у меня поставился? Так, что у нас тут вырисовывается? Так, хватает у нас здесь? Да, все нормально. Вот так вот. Вот так вот сделаем. Опа. Все, и здесь дальше можно... Можно, знаешь, как поступить даже? Вот здесь сейчас это уберем все. И здесь поставим стекло. Так, с такими отверстиями как бы, да? Ага. Прикольно, прикольно получается. Отлично. Так, давайте посмотрим, что у нас тут как сдалека домик. Ну, такой вот стартовый нубовский дом. Но нам нужно его, ребятушки, дальше делать. У нас, видишь, ступеньки как закончились. Давайте доделаем спуск к воде. К воде сделаем спуск. Так, отлично. Так, ниже. Так, а что сделать здесь? У нас здесь не хватает земли. Давайте поставим землю. Так, у нас, видишь, как Майнкрафт загрузился. Непонятно как. Так, сделаем здесь ступеньки. Так, здесь опять надо нам землю. Все, дальше достраиваем ступеньками. Так, проблема, проблема у нас. Опять земля закончилась. Так, это у нас здесь, еще здесь надо строить, ага. Так, пошли дальше ступеньки. Так, ну, в принципе, достаточно, я думаю. Ступенек. Ну, сейчас, ладно, мы сделаем здесь. Ну, чтобы уж красиво было все. Красивый спуск. Так, сделаем. Давать, нифига, у нас прям до воды будет доходить. Прям такие до воды. Ступеньки. Нет, давайте здесь уже достроим, почему бы и нет. Вот сюда. Такой, чтобы спуск был. Так, где наши ступеньки? Вот они. Ну, вот как-то примерно так получается. Чтобы у нас житель мог выйти из домика. Ему было удобно ходить. Так, ну, в принципе, и все. Так, давайте поднимемся немножко. Посмотрим, что у нас получается. Вот такой вот спуск. Да, и нам нужно сделать, ребята, здесь вот так вот козыречек. Нет, вот здесь вот, вот так вот. О, отличный козыречек. И закроем, получается, песок.
Песок видно с улицы не будет. Он же у нас как бы считается нубовским. Поэтому, чтобы никто не видел, что у нас здесь есть классный песочек красненький. А внутри дома песочек будет видно. Давайте зайдем в дом и посмотрим. Да, в принципе, интересно сделано все. Вот. Но мы потом еще в будущем, если вы захотите, ребята, мы этот домик будем улучшать. Так, что у нас там, ребятушки, по фонарям? Фонари нужно вешать. Давайте повешаем фонарики. Повешаем их внутри. Так, а ну-ка. Они не вешаются, да, у нас почему-то? Батюшки свет. Это все из-за еловых вот этих вот досточек. А сейчас проверим, будет вешаться. Да, отлично. Тогда делаем так вот для красоты. Вот, и здесь также. Так, еще вот в уголку вот здесь еще поставим. Так, ну все, в принципе, наш домик, ребятушки, готов. Вот такой вот домик. Это он так вот внутри у нас. И снаружи сейчас я покажу. Вот такой вот у нас, ребятушки, снаружи домик. Самый настоящий нубовский дом. Мы его в следующих сериях будем, ребята, улучшать. Вы напишите в комментариях, что еще нужно для этого нубовского домика улучшить, что еще добавить. Ну, а я с вами прощаюсь, но пока-пока.